Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20:00. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну. Вітаю всіх, з вами я, Надя Васіна шоу. Традиційно у четвер о 8 годині вечора ми говоримо про спорт. І нагадаю вам, включайте, будь ласка, Facebook та YouTube, там ви побачите мого гостя та відеоінформацію, яку ми підготували. Сьогодні ми будемо говорити про ММА. Навпроти мене сидить професійний боєць B1 MMA, володар Кубку світу, дворазовий володар Кубку Європи з кікбоксингу Даніїл Донченко. Привіт тобі. Всім привіт. Слухай, а я мала даже ось цей голос підготувати. Даніїл Донченко. Якось так, да? Очень хорошо получается. Можна теж в рінг-анонсери йти. А, до речі, там же дівчат нема. Я ніколи не бачила. Кстати, да, я теж. Но, мне кажется, можна бути первой. Вот, можна попробувати. 100%, тому що ми будемо говорити пізніше, я вже чула, як ваші змагання озвучують дівчата. Є коментатори і чоловіки, і жінки. Так, так. Да, і це дуже круто. Слухай, а це таке жіноче, таке, я не знаю, приниження, що жінка ніколи ще не була рингоносцем, так сказати. Чому? Кстати, я вот только что подумал, и на самом деле в M1 Global оглашала девушка. Поэтому никто никого не приниже. Так, тобто все, я вже не перша буду. Ну, я думаю, в Україні. В Україні. Слухай, ну клас, а давай тоді розбиратися взагалі з тобою, ну і з ММА. Да? У тебе вже, тобі 20 років, в тебе вже доволі чудовий такий, да, послужний список, і володар Кубку світу, як я вже казала, і дворазовий володар Кубку Європи, да, ти професійний боєць ММА. З чого все починалося? Хоча я розумію, що в тебе, в принципі, початок це, да? Ну да, сейчас именно старт моей профессиональной карьеры, вот, но все начиналось лет 10 назад, да, ну мне нравились бои, я один раз попробовал, и я понял, что вот этот дух соперничества, мне это очень нравится, и мне нравилось становиться лучше и лучше, я понимал, что с каждым боем я стану все лучше и лучше, поэтому мне хотелось все больше и больше драться, вот, но потом я всегда мечтал драться по профессионалам, потому что это шоу, зрители, свет, музыка, и это мне всегда нравилось, я еще с лет, наверное, 14 говорил тренеру, вот я хочу подраться вот там по профессионалам, вот, я всегда репетировал музыку, подбирал выход, всегда продумывал, ну, в общем, мне вот нравится шоу. Очень сильно. Слухай, я до цього спілкувалася з твоїми колегами, і вони про шоу взагалі не говорили, що їм це подобається, да? А ти такий більше шоумен. Нет, ну, само собой, мне нравится драться, мне нравится конкурировать, вот, но и я получаю удовольствие тоже от своей работы, это можно уже так назвать, потому что, ну, это профессиональные бои, вот, это профессия, вот, за которую я получаю деньги, и мне это очень нравится, мне нравится моя профессия, поэтому, вот. Слухай, а з чого потрібно починати, щоб стати професійним, як ти, бійцем ММА? З якого виду спорту? Ну, это вечный вопрос, что лучше подходит, какой вид спорта больше подходит под ММА, самбо, кикбоксинг, бокс. Вот, я думаю, что нужно быть универсалом. Можно начинать, не знаю, там, с дзюдо, потом просто перестроиться образно так же с бокса, с борьбы. Вот. Главное просто набираться опыта, боксировать. Слухай, давай розберемося з правилами ММА. Значить так, як це виглядає? Це ринг? Ні, це не ринг, це правильно як називається? На русском это октагон, на українській мові це гексагон. Гексагон, так. Ніколи не забуду, не запам'ятаю ніяк. Оксагон, да? А там ще така, ну, нібито клітина, да, така, де ви знаходитесь. Восьмиугольник, да. Да, ось восьмикутник. І все, ви виходите, і що можна та не можна робити? На самом деле сейчас у большинства людей стереотип, что это бои без правил, что там нету правил, но на самом деле правил очень много, и бывает такое, что даже их все можно не запомнить, когда, мне кажется, я до сих пор все правила не знаю, по которым дерусь, вот, но это, как сказать, все стили смешаны воедино, то есть вот есть универсальный боец, вот у него есть весь арсенал, то есть
весь арсенал боксера, дзюдоиста, борца, тайского боксера, все есть. Вот, и побеждает тот, кто лучше это все подстроит под свой универсальный стиль. Вот, я думаю, там разрешены удары в партере, разрешены удары в стойке, разрешены локти, колени, то есть вот. Есть некоторые ограничения по правилам, там по поводу ударов, само собой, в глаза, в пах, в затылок, вот. То есть это, так сказать, вольный бой, но правила сделаны так, чтобы реально самые уязвимые зоны были защищены правилами, то есть нельзя было по ним бить, то есть чтобы меньше вреда здоров'ю было, вот. Ну, дивлячись на те, як ви боретеся, ну, складно сказати, що менш так травматично воно все було. Гаразд, а ви ж так легко вдягнені, вас майже нічого не захищає. Шорти, босі. Один раз я бачила майку на біті, я не знаю, ви завжди, ну... Голі зверху. Ну, ми, да. В шортах. У нас є бандаж, это в пахову область защита, вот. І капа, это капа, перчатки, вот. Под перчатками у нас всегда тейп, тоже, чтобы кисти зафиксировать и косточки на руках, чтобы не повибивать. Ну, а я нагадаю, що мене про кінці ефіру я до тебе підійду, і ти мені покажеш, як правильно вдягати ваші перчатки, да? І може, як бити, ось, ти бійся мене, я б'ю, до речі, дуже гарно. Я так тендітна, але вмазати можу. Так, гаразд. Давай так, твоя мета, ось ММА, да? Ти почав, до речі, коли, в якому віці? В 11 років. Взагалі займатися спортом? Ні, іменно займатися смішаними бойовими, смішаними іскусствами, от, смішаними бойовими іскусствами. Окей, гаразд. Тоді ось тобі 20, ти в 11 почав, 9 років тобі вистачило для того, щоб вже... Почти полжизні. Ну да, у тебе да. Півжиття вистачило, щоб дістатися, да, ну, стати володарем Кубку світу. Да. З ким ти проходив цей шлях? І по ітогу, яка твоя фінальна мета? Ну, виходить, я тренувався і... сколько это, с 11 до 16 лет я тренировался со своим тренером, то есть я недалеко от Киева живу, там город Коростень, вот, там 170 километров, то есть, вот, и там был мой тренер, вот он был первый, я с ним тренировался все время, готовился, после этого я поступил в Киев, в университет, и тут я начал тоже заниматься в клубе «Легат» в киевском, вот, по тайскому боксу, и как раз тогда наступил такой период, когда я больше дрался по тайскому боксу, вот, и здесь тоже формировалась, ну, моя команда, мои друзья, вот, также я улетел в Таиланд, но об этом, может, потом, там тоже тренировался, и был такой период, я вот, получается, 3 года выступал именно только по ударке, не по смешанным, а только по тайскому боксу и кикбоксингу, вот, но при этом я всегда, получается, работал с своим первым тренером, с тренером с Легата, вот, с клуба. Ну и сейчас я попал в Биван ММА, Биван Промоушен, и вот на данном этапе, на таких шоу мы формируем, так как мы идем на вершину, мы идем в лучшей лиге, сейчас формируется команда. Наша команда, наши там диетологи, массажисты, тренера по боксу, тренера по борьбе, тренера по джиу-джитсу, то есть сейчас именно вот все это формируется. Вот. Но опять же, даже на этом шоу были мой первый тренер, мой тренер по ударке, вот, они были у меня в углу, вот. Вот такое. B1. B1 MMA. Что это? B1 Promotions? Да, это B1 MMA, это тоже, как есть B1 Boxing, и есть B1 MMA, и B1 Jiu-Jitsu есть. Это как промоутерская вот организация, то есть я являюсь их бойцом, вот, и они, то есть моя задача тренироваться, и они этому способствуют очень сильно, они все делают для того, чтобы я тренировался, чтобы я выходил на вершину, вот, чтобы я стал лучшим из лучших, вот, и они все для этого делают.
Слухай, B1 Promotions, як туди потрапити? І у якому віці можна, коли ти вже, тобі там 18 років, ти маєш вже можливості підписувати контракти, чи як це все виходить? Я попав в B1 благодаря моєму менеджеру Кириллу Медведовскому. Вот. Я якраз вернувся в Україну, прилетел, і Кирилл зробив мені бой по ММА, я його виграв, і тоді він сказав, что будет рассматривать меня, что будет говорить и по поводу B1. Вот. И благодаря Кириллу я попал в B1, я здесь, начал работу с ними, и, как вы видели по последнему бою, все идет на данный момент лучшим образом, и я думаю, так все будет и продолжаться. Слухай, B1 Promotions – це наша українська компанія, так, правильно? Так. Тобто, коли ти потрапляєш в промоторську компанію, за тебе беруться промотор, твій менеджер, піарщик, так можна ще сказати. Цілий відділ у нас дуже хороших ребят. Да-да-да, ось Філіп поруч вже сидить, вболіває за тебе твій менеджер піар. Тобто, в тебе в команді є Філіп, піар-менеджер. Менеджер, хто займається виступами, змаганнями. Кирилл непосредственно. Кирилл. Да. Є лікарі, масажисти. Конечно, це лікарі-масажисти. Як ти сказав, дієтологи. Да. Тренера вот по боксу, по джиу-джитсу, по борьбе, то есть вот тренировки по боксу проходят вот по борьбе, по джиу-джитсу и общие тренировки по ММА, да. То есть повністю команда є. Я уявляю, наскільки це величезно. Я чому так питаю? Тому що я пам'ятаю, як Ігор Потєря приходив до мене, боєць також ММА, чемпіон WWF. Да, вже боєць UFC, з чим ми його хочемо поздравити. А, Ігор Потєря, вітаємо тебе, ти вже боєць UFC. UFC – це лучша ліга в світі. Так, зачекаю, він до мене в цьому статусі вже приходив чи ні? Мені здається, ні. Він чемпіон світу WWFC, да, правильно? Да. Я вже бачу, як я розбираюся вже трішечки. Окей, величезна команда, тобто ми перейшли так трішечки від тренувань вже до промоторського життя, да? Тобто вони беруть все на себе, вони піклуються про те, де ти живеш, чи ти це сам вже якось вирішуєш? Само собою, ні. Там есть у меня зарплата, чтобы я нигде не, чтобы я был направлен только на спорт, на тренировки, чтобы я нигде там ночью, не ездил на такси там или не работал на стройке, а был сфокусирован только на боях на этом. Они также, массажисты, все спортивное питание тоже, то есть все для тренировок, для боев, для выступления они все предоставляют. Ну, кайф, так, гаразд. Якщо не секрет, яка твоя зарплатня? Мені кажется, лучше на тренуватися. Наскільки її вистачає? Що ти можеш собі так дозволити сказати? Давай, не в цифрах. На тот момент, когда я готовлюсь к бою, мне особо много не нужно, потому что я никуда, в принципе, не хожу гулять, по морям не езжу, когда на бой готовлюсь. Мне ее вполне хватает, да, я даже откладываю по чуть-чуть зарплаты, вот. Гаразд, так, окей. Якщо повертатися до світового ММА, да, окей, стоп, зачекай. Таке питання. Ти чемпіон володар Кубку світу, да? Так. Там є якась вікова категорія, правильно? Чи вагова, чи вікова? Тобто ти зараз в якій виступаєш? Получається, свій перший кубок світу в 19-му році я виграв. Я дрався ще тоді по юніорам, 17-18 років. Вот, и я тогда выиграл в разделе 71 килограмм, в К1, потом два кубка Европы, первый кубок Европы я выиграл в разделе К1, уже по взрослым, весовой категории 75 килограмм. А дорослые начинают с какого века? 18+. Ага. То есть, да. 17-18 еще можно, а уже 19, после 19, то есть получается 19+. 19+, и...
Ну і там, не знаю, мені кажется, до 40. Ну, я точно не знаю, до скільки. Я б там не думав поки. Окей, тобто ти 19-річний, можеш боротися з, наприклад, 40-річним, правильно? Так, так, так. І там вже нема значення вік, не вік, досвід. Так, ось, так. Якщо ти по яких-то параметрах сходишся, ви виступаєте разом. Так, вісова. По определенному вісову. Вагова. Угу. Так, вот. И кубок, второй раз кубок Европы я выиграл тоже в 75 килограмм. Первый в Сербии, второй в Хорватии был, но уже в разделе лоу-кик тоже, в двух разделах. И опять я поехал на Кубок мира тоже в этом году, и это было после моего, позапрошлого боя по ММА через неделю, и, к сожалению, я стал там третий, тоже в 71 килограмм в К1 разделе, но уже по-взрослым, вот. Но я мог стать первым, мог, там совсем чуть не хватило. Тільки отак. Це спорт. Да, так завжди. Це спорт. Слухай, К1, що це? К1 это раздел кікбоксинга. Просто є много разделів, там full контакт. К1 это самый вот как мы представляем кікбоксинг. Вот вам говорят кікбоксинг, вот вы представляете руки, ноги, колени. Вот это оно и есть. Вот это К1 раздел. Фу, гаразд. Так. Да, много інформації. Да. Твоя фінальна мета. Ось ти там, я не знаю, ти сказав, що я не думав про 40, але мені здається, вже час думати, що буду 40. Твоя фінальна мета в спорті? Ну, многі бойці, дійсно, які зараз починаючі, всі не говорять, хочуть достичь цілі, хочуть виграти ПСА, вот, но многі так говорять, но дійсно надо не просто так говорить и все, и забыть про это. Действительно, я когда говорю это, я в это вкладываю свою энергию, я в это действительно верю, и когда я это проговариваю, все остальные начинают тоже в это, как сказать, верить и передавать мне свою энергию, поэтому моя финальная цель — это действительно завоевать верхушку в этом спорте, это PSA в UFC на данный момент. Может, через год поменяется, и вдруг какая-то другая лига будет, самая лучшая, хотя это пока еще маловероятно, но вдруг. В общем, хочу быть на самой верхушке, вот, и мы к этому идем и усердно работаем. Слухай, ну знаєш, мені приємно бачити, до мене завжди дорослі там спортсмени приходять, да, там, ну, реально Сергій Стаховський, Вимблдон, да, чи з НХЛ там приходять. Ну, дорослі вже чоловіки, і ти молодь, да, і дуже круто бачити, коли молодь, очі палають, і ти чітко розумієш, що ти хочеш, тому що реально 20 років. І давай перейдемо в тему, що зараз любить, полюбляє, чим займається молодь. Ось твої друзі, знайомі, хто вони? Також чемпіони світу, володари Кубку світу, чи хто? Ну, мої друзі, це, наверное, у мене є, ну, не так много настоящих друзей, в принципі. Наверное, всі це розуміють і знають. Вот. У мене є два, так, лучших друга і мій молодший брат. Поэтому вот у нас така вот команда є із 4 чоловік. І вони зараз теж у них свої цілі, свої, как сказать, палаючі очі в своїх направлениях, то есть они хотят улучшаться. Не в боях, они не чемпионы мира, вот, но как минимум они мастера спорта уже в своем деле. Это пока. Ну, вот. Гаразд, а взагалі молодь. Ну, я там іноді викладаю в університеті, да? Не іноді, а постійно викладаю в університеті і бачу, деяка молодь, реально, як ти, вони просто там заглядають тобі в рот, просто фотографують кожний твій рух, щоб зрозуміти, як там виступати, як виглядати на камері, яким бути професійним, да, артистом, танцором, спортсменом, whatever. А іноді ти просто бачиш підлітків, яким просто нічого не хочеться, вони приїхали з маленьких містечок в Київ, у столицю. І тут, да, складно, але ми розуміємо, що багато можливостей, да? І вони такі, ну, нічого не хочуть, там щось випивають, гуляють, курять. Як?
Ну, наверное, просто у них нету каких-то таких целей достичь чего-то, вот, и они идут просто, как сказать, как жизнь ведет, так они идут, но мне кажется, что если человек, у которого есть определенная цель, то есть тоже это, ну, у молодежи... Звідки її взяти, цю ціль, мету? Ну, не знаю, как это даже, как ответить на этот вопрос, но вот... У человека появляется цель, ну вот, не знаю, мне нужно закончить университет, потому что я понимаю, что по окончанию университета, ну, он понимает, что вот у меня будет очень хорошая работа, это принесет мне деньги, это вот деньги обеспечат мою семью, и вот и ради этого вот у него есть эта цель, и он ради нее идет, то есть для этой цели, и он как бы не замечает все трудности, потому что действительно, ну, вы, наверное, вот... замечали, что даже когда вот кто-то откладывает деньги, когда есть точная цель, на что я их откладываю, они откладываются легко. А когда нету цели, просто, ну, буду откладывать, они не откладываются. Вот то же самое вот так и в жизни с целью. Слушай, то есть... гарна идея, до речи. Я про це не замислювалася. Ну, по типу, це зрозумілий факт, але зараз просто как-то озарение у меня пришло. Воно ж реально так и есть. Да. Вот, ну я просто, наверное, потому что еще не зарабатываю миллионы, поэтому иногда приходится на что-то пооткладывать деньги. Но это пока, пока. Ні, ну так і всі роблять. Я думаю, Дейна Уайт, да, президент, чи не президент абсолютного бійцівського, да, чемпіонату, да. UFC також відкладає гроші на те, щоб відкрити. Наскільки я знаю, вони зараз відкривають у Китаї величезну базу для ММА, бійців там, і для тренувань, і для, ну, для всього... ММАшного, так сказати, да, життя. Потому что, вот, я думаю, потому что UFC больше оно в Америке, а в странах Азии там не так оно сильно распространено, и там One Championship больше. Но вот даже по последней контендер-серии, это отборочная серия Дана Уайта, где он смотрит бойцов, вот как раз Игорь Потеря там выиграл бой и попал в UFC, вот. И там появляется все больше и больше бойцов из Китая. Я думаю, что это все вместе связано. Вот они хотят захватить еще и азиатский рынок. Да, он так и говорил. Ну, вот. Да, что мы можем заволодить еще этой частиной. Я думаю, все получится. Слухай, повертаючись, останнє питання на тему молоді, що ти порадиш молоді сьогодення, да? Тим більше зараз і карантини, і навчаються всі через інтернет, багато студентів просто не включають камери, їх відраховують з університетів за це. Ось що ти порадиш молоді, твоїм друзям, знайомим, твоєму колу знайомих? Ну, во-первых, пока вот хочу им порекомендовать, пока действительно они молодые, вот, они, можно сказать, свободные, у них есть много энергии, их ничего не держит, это как раз то время, когда нужно рисковать, когда нужно пытаться добиваться чего-то, вот, вроде на первый взгляд кажется, что, блин, это нереально, но если начать только все делать, все будет почти получаться, и надо не бояться, вот, сказать, потерпеть как какой-то крах, потому что после этого может только пойти успех. Вот надо пробовать, и особенно для молодых, которые, ну, по факту еще нечего терять, вот им надо пробовать. Вот это я хочу порекомендовать всем, кто за мной там по чуть-чуть наблюдает, чтобы они не боялись рисковать и свои мечты пытались воплощать по чуть-чуть. Ну, пам'ятаєш, як Майкл Джордан говорив, в мене цитати його перед очима нема, але суть такова, що в мене там 250 програшів було, і ще купа-купа поразок, але завдяки цьому я на сьогоднішній день є Майкл Джордан. Да, да. Може бути дуже-дуже багато програшів, але одна якась победа, і вона їх... дійсно в їх професії чи десь підійме дуже сильно. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про ММА. Поруч зі мною сидить юний, але вже професійний боєць B1 ММА, володар Кубку світу, дворазовий володар Кубку Європи з кікбоксингу Даніїл Донченко. Включайте YouTube та Facebook, і там ви все побачите. І, до речі, його відео також ми транслюємо зараз там. Ну, не прямо зараз, а відео твої йдуть з боїв. Слухай, а в тебе не було такого бажання? Ну, по типу, я зранку до ночі в спортзалі, потім університет, потрібно екзамени здавати, хочеться і в нічний клуб, і з дівчатами погуляти, і щось випити, і просто щось, ну, дурньою пострадати, да? Тому що, ну,
час такий. Я пам'ятаю себе, в мене ніколи не було дитинства там і ось такого підліткового часу, да, коли можна було гуляти там з хлопцями, дівчатами у дворі банально. І коли вже я завершила офіційну спортивну кар'єру і там вже там зараз доросла і розумію, що можу собі щось дозволити, думаю, Боже, а так не вистачає ось того часу. Да. А я ж ще те не зробила, і те в мене такого не було, і такого. Ну да, да, есть такое, потому что вот как раз я сейчас после боя заметил, что у меня появилось чуть времени отдохнуть, и вот хочется как раньше, как еще несколько лет назад, вот как мы с друзьями собирались, там, не знаю, у меня или у друга, и, не знаю, там всю ночь смотрели какие-то фильмы, кушали там пиццу, не знаю, что в таком плане, ну, образно. И хочется опять действительно так собираться, так весело проводить время, но уже чуть-чуть... Я понимаю, что становлюсь старше, там у друзей тоже работа появляется у моих, и уже не так это все легко, как бы сказать, собраться. Да, но во время этапа подготовки или вообще во время тренировок таких мыслей, там, погулять, куда-то сходить, их, кстати, они просто, не то что я их как-то приглушаю, откладываю на потом. Нет, они просто не появляются у меня, потому что вот я сфокусирован. Ну, действительно, когда я тренируюсь, я сфокусирован на бой, я, на, ну, на бою, да, на поединке, и я постоянно его прокручиваю в голове, постоянно представляю, и из-за этого весь фокус идет туда, на бой, и на другое просто не хватает мислі. Знаєш, порада одразу, ось коли ти станеш, ну, як мінімум, як потеря, да, а то і вище, щоб коли з'являться можливості і гроші, тебе не зірвало, і ти не почав лопати ночами піцу, бігати, гуляти, пити. Ні, ну, піцу я кушаю. Ні, от час бой пройшов, і я дуже плотно кушаю, дійсно, дуже багато, і піцу я кушаю, і суші, і KFC, вот. Ну, це так, це поки ще до кінця неділі, а потім опять. Ну да, зрозуміло. Так сказать, морально нужно отойти от всего. И мне помогает вот не там не алкоголь, не ночные клубы, а еда меня спасает. Так, ти дивись, бо в крісло не влізеш, потім перейдеш такий зі змагань. А, так, гаразд, тоді давай поговоримо про тренування, як вони взагалі виглядають, де ви тренуєтеся, де ви готуєтеся до ваших боїв. Ти в Києві живеш? Да, да, да. Я живу в Києві, тренуюсь вот в Києві. Тоже подготовка проходит в разных местах, то есть вот на этой подготовке мы тренировались в этих местах, я могу называть, если вот интересно. Да, вот, мы тренировались в Панчере с тренером по боксу, с Вячеславом Сенченко, вот, тренировались вот по борьбе тоже в Панчере и в зале Биван, который в офисе находится, вот, с Виталиком по борьбе мы тренировались, с, и там же по джиу-джитсу, по грэпплингу тоже мы тренировались с Максом и ПМС Артемом. Вот. По ударке, ну, как по ударке, в общем, общая тренировка, там, защита небольшая, там, от проходов, и основная ударная техника, защитное действие. Мы проходили в Нико Fight Club, там, тоже с вот моим тренером, который вот меня готовил на все кубки Европы, кубки, вот, Кубок Мира, с Сергеем Герасименко, вот, и также я постоянно, так как вот давно работаю со своим первым тренером, я ему, в принципе, вот рассказывал общий процесс, так как он не в Киеве, к сожалению, но он следит за всем процессом, то есть он был в курсе всего, потому что он находился у меня в углу, и он должен был знать весь процесс. Вот. А скажи, у вас же в Біван і боксери тренуються, правильно? Да, 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 да. Олег Малиновський у вас тренується, чемпіон W, володар титулу WBO, да? Вот он тоже приходил на этот бой и поддерживал меня. И он, кстати, комментировал не мой бой, но комментировал бои. И, в общем, был очень рад его там видеть, и было очень приятно. Также братья у нас были, что он, вот, тренировали. Uh-huh. Вот, и они тоже поддерживали, тоже было приятно. У нас даже вместе фотографии есть там в Фейсбуке и в Инстаграме.
Так, а Ганна Лисенко, боксерка, також там тренує? Так, так, так. Анюта мені дуже подобається, ну, вона вже і після Олімпіади приходила до мене, вона п'яте місце, да, на Олімпіаді, посіла п'яте місце на тій Олімпіаді. Ось, ну круто, у вас така там, ну, кайфова компашка, да. Є з кого брати приклад, і всі чемпіони, і всі, ну, реально. Ну, да, такі... більше мотивують, вот. Реально, да, кайф. В кругу чемпіона потрібно теж бути чемпіоном. Слухай, а таке питання. А, ось ви спортсмени, да? Кікбоксери. А не було таке в житті казусів, коли хотілося хопа і продемонструвати, ну, я не знаю, якась та потасовка, там, тим більше, знов-таки, ти молодь, да? Кров гаряча. Ну, я, наверное, последний раз дрался, я, кстати, этот вопрос очень часто задают у всех бойцов профессиональных, но я последний раз дрался, наверное, в классе 9, вот, то есть это, ну, не так давно, если подумать, вот, и после этого, в принципе, никаких конфликтов не было, я думаю, потому что мы очень много тренируемся, у нас постоянные спарринги, и... нам как бы это незачем. То есть это уже... Это, ну, наверное... випадково, чи знаєш, там, хочеш там когось захистити, ти розумієш, що ти єдиний, хто вміє там, ну, обороняти. Ну, якщо захистити, то вже, мабуть, другий вопрос. Просто таких, мабуть, у мене ситуацій не було. А от іменно в плані показати свої сили, і це, я думаю, що... ні, ну, такого нету, не визникає. Це, мабуть, як от чоловік, який готовить... не знаю, вот крутит пельмени, вот, и он приходит домой, ему там жена готовит пельмени, мне кажется, ему уже эти пельмени вообще не сильно нравятся, он на них уже смотреть не может. Ну, так же самое вот и по поводу боев на улице. Слухай, змагання. Я знов-таки на Ютубі, на Фейсбуці, в ФМ, ви можете побачити, як ми транслюємо змагання та виступи Даніла. Часто шоу-програма йде, да, яку ви самі підбираєте, музику. І до цього у вас йдуть прес-конференції, зважування, да, і потім ви стоїте фейс-ту-фейс. Да. Це на прес-конференції, да, коли ось так один спортсмен навпроти іншого стає, і ви там дивитесь один на одного. Ось, як ти гадаєш, для чого це зроблено? Це по типу частина шоу, чи це реально якийсь там важливий для вас спортсменів, ну так сказати, ритуал? Ну, це і як часть шоу, і не то, що ритуал, ну треба посмотреть в глаза сопернику і понять, вот когда перед боем мы смотрим в глаза сопернику, ну, мы понимаем, кто волнуется, кто нет, кто настроен, кто нет, ну, то есть это ощущается, этот заряд перед боем, и это действительно очень важная часть, это face-to-face. Этими отличаются профессионалы от любителей. В любительском спорте нету face-to-face, там, ну, просто дерешься, там, 2 боя, 3 боя за день. А здесь вот именно вот вы готовились, он готовился под меня, я под него готовился это все время. Мы много раз в голове прокручивали, как будет проходить поединок, мы все эти моменты прокручивали, и вот сейчас тот момент, когда мы встречаемся лицом к лицу, вот, и... Ну, мы вот понимаем, к чему мы готовились, и что завтра вот как бы там не уважал человека или, ну, какое бы ни было уважение, но стоит человек, который завтра будет хотеть, ну, там, нокаутировать меня, и я буду хотеть его нокаутировать, вот, поэтому... Надо це прочувствувати. Довгоочікувана зустріч. Да, така. Да, Слухай, а я подивилася багато відео, да, коли під час face-to-face різні такі вчинки люди роблять, да, ну, по типу, чи ляпаса дають по обличчю, чи там навпаки чоловіки, я бачила, як багато разів вони цілували один одного, ну, дівчата цілувалися. What is going on? Ну, это такое? Элемент шоу, потому что есть действительно бои смотрят не только потому, что они дерутся, но и потому, что есть шоу, есть какая-то интрига перед боем, есть какой-то конфликт, есть как-то подогревает интерес к этому поединку. Да, можно уметь хорошо драться, но нужно также и хорошее шоу делать, чтобы привлекать людей. Потому что, ну, для кого мы деремся? Мы же не, для, ну, не только для себя деремся, мы деремся для зрителей, вот, которые смотрят. Этим мы привлекаем зрителей
к себе, вот. Я тоже на KFC, новый на KFC, на битву взгляда вышел с ведерком KFC и угостил своего соперника, вот. Так спонтанная идея просто была, и почему нет, и это весело было, ну, показалка сказать, что не так это все легко выходить и драться. Нужно еще перед этим пройти тяжелый лагерь, еще тяжелую сгонку нужно пройти. Вот, потому что многие это не понимают. Ну, ты такие просто ев, тут, хей, Даня, давай, зараз face-to-face. Ты такой, а, окей, с KFC пришел. Да, там 6 недель, не знаю, сладкого не ел, то-то, ну, и вот это все. Это все остается ну, вне кадра. Вот. Слухай, а як відреагував твій опонент, так сказати? А он поддержал меня, он подошел, взял у меня ножку, самый большой кусок у меня взял, достал и начал есть. И такой серьезно? Еще, такой ест, такой спайси, типа остренький. Да, то есть он меня поддержал, вот, и этим и запомнились, я скажу, на этом face-to-face, я думаю, на... очень хорошо запомнились, выделились. Вот. Слухай, а що ще такого дивного люди роблять під час face-to-face? Не знаю, я ще видел прикольний момент, когда вот они после взвешивания могут там тоже пить, как там парни пили на брудершафт свои изотоники, ну это восстанавливающие напитки. Вот. Танцевали, ну много такого бывало. Много раз, ну целовались, это вообще классика. Правда, это не всегда хорошо заканчивалось для бойцов. Вот, ну целоваться я точно не буду. Ну, зачекай, кар'єра тієї починається, хто знає. А я пам'ятаю, був дуже кумедний момент, я не знаю, хто ті бійці, тому що це була нарізка така, і там не було імен, але це вже в рингу, також було face-to-face, а, це боксери. Нокаутували, так? Да, ну, по-перше, його нокаутували потім, але один спортсмен поцілував прямо в губи іншого, і так смачно, що той навіть не зрозумів спочатку, знаєш, і так стояв, дивився на нього, і потім до нього, знаєш, типу, дійшло так, фак, це щось не те було. Ляпаса, да, і в нокаут. Да, це в Прайді було, я теж бачив цей момент. Це ж тільки початок, і що потім? Ну, мені кажеться, я, кстати, не пам'ятаю точно, но так як це було до команди рефері, мені кажеться, його повинні дискваліфіцировати. Вот. Того, хто цілував? Ні, хто вирубив. Ну, просто це було до команди рефері. Жах. Тобто, а якщо він поцілував, то під час бою, або, я не знаю, це якийсь, ну, мінус бал, я не знаю, погана поведінка там, та-та-та? Ні, ну, не повинні, ну, не мінусові за таке, це шоу, вот. А, у нас, кстати, на шоу теж був дуже цікавий момент в бою. Діма Яцко, він прямо в бою, виходить, рукою взяв, він прямо рукою взяв, ну, с груди кровь у соперника и вот облизал. Господи. Вот тогда был тоже такой момент очень интересный. Ага, ну я розумію, да, це все робиться заради шоу, але реально я іноді бачила, ну, крутезні такі спортивні, так сказати, виходки. Чи то там хтось сальто стрибав під час якогось. І сальто у нас було. І так ідеально, так красиво, мені здається, це просто репетували, я не знаю. Наверно, постійно, да, роблять ці сальто на тренувки. Вот, і їм... Ну, це було якось під час бою, я таке не зрозуміла. Чи це був якийсь то показовий виступ, чи що це було, чи він просто так, я не знаю. Ну, буває... А ти в нокауті, окей, я тут буду гацати. Ні, буває во время бою теж робили, да, бувають такі моменти. Ну, опять же, це треба смотреть по сопернику. Позволит ли соперник это сделать? Потому что можно сделать сальто и все. И прийти в себя уже слухай. Через минут 10. Да. А, кстати, до речи, на Super Champ, да, ты выходил на змагання с прикрасою на голові та амулетом. Да. И браслетом. Так, так, так. И твій напарник, твій спортсмен, да, с яким ти боровся, також вийшов в цьому. Що це було? А, ви ще ходили, вибач, під музику по рингу, щось там робили? Это тайская традиция, то есть мы выходили, и получается... Шаманили. Ну, да, можно и так сказать. Во-первых, в тайском боксе всегда парни заходят через верх канат, то есть не между каната, а через верх в тайском боксе. Вот, и получается, это танец вайкру, называется вайкра, то есть... Но он его танцевал, он становился на колено, делал, я просто не до конца его умел танцевать, поэтому я прошелся
по кругу, вот, поклонился судье, сопернику сделал поклон, вот, и дальше развернулся к своим угловым тайцам, то есть они прочитали молитву, вот, чтобы снять вот с головы, и манкон называется, снять с головы, вот, и тогда мы в бой. Слухай, ну прикольно, бо я вперше це бачила. Це традиція, да, це всі тайці, це тайська традиція така, всі тайські боксери, тайці виходять, вот, і вони перед тим, як надівати його на голову, читають молитву, знімати, да. Тобто із тебе, із нього, ну, я... зі всіх бійців, правильно? Це не важливо, ти таєць, не таєць, ну, ти да, приїхав да, в да. Таїланд, і ти маєш так робити. Да, да, ну... Вообще, да, то есть это уважение к их традиции. Я думаю, что они не, ну, не дисквалифицируют, если снять. Ну снять, да, у да. Но разные. Это тайская традиция, и это надо их уважать, вот, эти все традиции. Поэтому... Максимум, що я пам'ятаю, з Таїланду ми переїхали на Всесвітню універсіаду, яку ми виграли, і нам максимум квіти на шию повісили, і все. Нам нічого не... Ми нічого не танцювали там. Слухай, скажи мені таку історію. Що трапилось на змаганнях ось попередніх, да? Де це було 4 вересня, турнір UAE Warriors в Абу-Дабі, да? Yeah. І було суперечливе таке рішення, да, де ти програв титуловному кікбоксеру Джиммі В'єно, да? Що сталося? Будеш ти подавати апеляцію чи не будеш? Взагалі у вас є таке чи ні? І чому це було суперечливе рішення? Ну, то есть всегда получается есть разное мнение, и ну это я тогда на эмоциях был, но как по мне, то есть я сказал сразу, что вот я ждал, пока огласят результат. Я почему-то был уверен, что я выиграю, что я выиграл. И менеджер мой был уверен, и тренер, то есть вот. Потому что, как по мне, ну, первый раунд прошел под нашу диктовку, второй раунд половину проходил тоже под нашу, потом там был неудачный момент в мою сторону, я пропустил колено, вот он пошел меня как бы добивать, но не добил, и тоже урона, ну, по картинка как бы была в его сторону, да. Вот, и третий раунд мы работали в стойке, то есть я не скажу, что у него было явное преимущество, и у меня не было явного преимущества, но... Под конец раунда я как бы как два тейкдауна сделал, да, я просто, так как много по кикбоксингу боксировал, еще не успел перестроиться, не успел набороться очень хорошо именно под этот бой, и из-за этого я переводил, но не было ground and pound, это добивание, не было большой активности в партере, вот, но если по тейкдауну взять, то я вроде должен был как бы выиграть, вот, ну, потом мы тоже зашли в раздевалку, у нас даже у тренера там видео есть, как вообще незнакомые нам ребята там из Дагестана записывали, ну, говорили, ну, что, типа, там, он выиграл, просто там победу забрали, такое-то, такое-то, вот, но, опять же, я отношусь к этому, что... Что, во-первых, я мог лучше все сделать, я не доработал, то есть я оставил все на волю судей. Ой, прошу прощения. Оставил все на волю судей, вот, и, в общем, мог постараться еще лучше, и не надо там никого винить. Ну, дали ему, бывает такое. Ну, а у вас є таке подавати апеляцію? Да, 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 менеджер подав от апеляцію, що я не знаю точно результат. І як вони будуть передивлятися по типу, як, ну, може, суддівська колегія, да, грубо кажучи? Да, 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 должны пересматривать будут. Вот. Слухай, а давай так, у нас не так багато часу, тим більше ти маєш ще освоїти нову професію і гімнастка в ММА, да, і плюс показати мені перчатки. Жінки в ММА, як ти ставишся до дівчат в такому доволі суворовому стилі спорту? Ну от у нас є теж спортсменка в Біван Настя. Вона, к сожалению, не виступала на этом шоу, но вона чемпіонка міра і чемпіонка Європи по ММА. Вот, я сейчас не могу сказати нічого плохого про женщин в ММА, потому что стрёмно. Она мне на тренировочке, да, как может где-то и задушить, и руку отломать, поэтому буду аккуратно со словами. Вот. Но действительно есть интересные бои у женщин, то есть, ну, это они выбрали этот спорт, и почему нет, почему, ну, если им это нравится, нам же это нравится, им также может это нравиться, поэтому
Я даже, не даже, а я смотрю женские бои и жду с нетерпением боя Насти на следующем шоу. Вот. Слухай, ну ось те, що ми говорили перед ефіром, да, боєць-трансгендер зі спецназу виграла француженку в дебютному бою ММА. Трансгендери. Я, кстати, до ефіра как-то не сильно углублялся в эту, сказать, тему, но я чуть почитал, и да, но она драла, ну, она. Вона. Да, дралась с женщиной. Вот. И как по мне, кажется, что все равно у нее остается преимущество в физической силе, так как вона в минулому чоловік. Ну, наскільки я розумію, мені цікаво, так намагаюся вже знайти, хто мені може розповісти про цю тему більше, що там з роками ось ця чоловіча сила, вона зникає і з'являється більш, ну, вже жіночність. Ну, так, гормони. Да. Вот, ну, не знаю даже, що... А встав би з кимось таким в ринг? Та ні, ні. Просто, кстати, вот по поводу трансгендеров, є дуже сильний тайка. Тайка, да. Ну да, то есть уже тайка. Да, по тайскому боксу. Стоп, я не ошибаюсь, таец стал, да, таец стал, да, все правильно, таец стал тайкой, да, и очень сильно, и он, ну, он реально очень сильный, ну, то есть она, ну, вот, и она выступает на, ну, на высоком уровне в Таиланде, на стадионах, там, и, ну, ее школа тайская, ну, техника тайского, ну, физическая сила реально очень большая, она дерется с мужчинами, их побеждает там, вот тоже. Но я бы не вышел бы драться с, вот, с трансгендером. Так, а тоді перейдемо, да, вибач. Потому что, ну, выиграть, скажут, ну, выиграл кого-то трансгендера, проиграл, ого, ты проиграл трансгендеру, поэтому это в любом случае это будет поражение, выиграю я или проиграю. Ну да, да, тут такая двоякая история. Да. Слухай, розкажи про свої перчатки, я зараз підійду до тебе, і ти мені покажеш, як їх вдягати і як бити, так сказати. Да, это перчатки з последнього шоу Биван ММА, вот в таких непосредственно мы деремся, вот. Я вже прийшла до тебе, але в мене нема стільця, і я зараз... А можна мені, Філіп, стілець? Бо... Ні, ти сиди, а я буду... Ось, чекаю так. Косо криво, дуже дякую. Угу. Так, я даю свою праву руку. Браслет знімаю. От. Вдягаю. Так, це праву руку ти мені даєш? Да. Тобто без правого пальця, так? Да, так, щоб було удобно боротися. Щоб боротися було... Угу. Закручуємо. Вот. Ну, сказати, що в них комфортно, я б не дуже сказала. Це ще просто розмір L. Да. Окей. Нужно... А що, в тебе така велика рука, чи що? Ну, ще підніс тейпи. У мене М-ка в основному, М-ка, L-ка. Угу. Вот. Так, ну давай вже вторую, другу, да? Руку. У мене також, бачу, побиті руки, я гімнастка, але це таке враження, що я мамашниця. Так, нас видно, я спиною до камери, але нічого страшного. Ну, а скажи, будь ласка, ось тут, що це кожа, правильно, да, я розумію, да. І щось ще внутрі, правильно, там якісь там яка така історія, незрозуміла? Ну, да, небольша підкладка, от є, я даже не скажу, з якого точно матеріалу вони зроблені. Слухайте, ну я не знаю, що воно тут захищає, ну, типу, пальці ж відкриті, великі, ну, да, пальці взагалі сторчать. Ну, більше, щоб боротися можна було. А, ну хопати, так? Да? Да. Ну, гаразд, давай, скажи мені, будь ласка, ти поки сидиш і сиди далі, бо стрьомно якось. Що мені потрібно зробити, щоб тебе вдарити? Ну, просто взяти, зарядитися, собратися з мислями і сильно ударити. А, і все, так? Да? Да. Ні, ну дивись, в боксу там є свої правила, одна рука тут, друга попереду, прикриваєш обличчя, прикриваєш, ну, там тіло. В ММА є щось таке? Так, звісно, але, мені здається, ми зараз говоримо про один удар, щоб я прям в нокаут ушов, тому особо прикривати можна і не прикривати. Можна, Філіп, просто з твого дозволу я буду бити. Вот. Гаразд, а що робити? Просто
Можна в обличчя бити. Да, ну, да. Стандартні боксерські, так сказати, рухи. Да, да, руками, да, стандартні боксерські. Гаразд, да. А якщо я ось так тебе по голові просто зверху бахну? Так, теж можна. Так, а віски? Ну, так б'ють дуже часто в партері, коли да. зверху сидять, так забивають. Ну, да, як молот. Да, да. Ну, це жахливо. Гаразд, да. Є вісок, можна ось так в голову, якщо вдарити, да? Да, і... да, головне в затилок не бити. Тобто в вісок можна бити, да. В кадик не можна бити. От, кстати, я даже не скажу. Вроде как спеціально нельзя, да. Ну, дізнайся, бо там у вас 500 правил, і ти їх маєш знати. Ну, в підбородок можна, в грудь можна бити, в шею, надо узнати. Слухай, а я бачила, знаєш, як в фільмах ось так б'ють, бум, руками з обох сторін в голову. Ну, це, мені кажется, в фільмах тільки працює. Ну, слухай, я дівчинка, мені можна не знати. Хоча можна зробити новий елемент шоу і попробувати в следующем бою. Люди точно оцінять. Ну, 100%, ну, по голові ж так забивають, ну, жах якийсь, ну, да, тут, так і так можна. Гаразд, все тіло можна бити, як хочеш, да, де да. хочеш, окрім пахової зони, да? Да, і затилка. І затилка. Ну, давай так, поки я сиджу в твоїх перчатках, ти можеш спокійненько встати, взяти гімнастичну стрічку і спробувати зробити щось гімнастичне. Я навіть посунусь, тому що по голові від тебе отримати стрічкою не дуже хочеться. Ось, але я буду твоїм глядачем, і в нас вже завершиться ефір. Даніел Донченко, професійний боєць B1 MMA, у Надя Васіна шоу, займайтеся спортом, будьте здорові, і якщо не MMA, то точно художня гімнастика підійде вам усім. До побачення, Надя Васіна шоу, пока. Бекстейдж – життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20-й. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну.